Всем привет, дорогие подписчики, гости канала, с вами Вит, всем приятного просмотра. Так, ну что ж, погнали, нам нужно сейчас командира крепости ликвидировать. Крепость Бубастис. Так, тут поблизости, ага, у нас тут филак, так что надо взять правей. А тут, кстати, знак вопроса, надо вернуться. Надо вернуться. Ты! Потому что прохождение полное. А где он? Не понял. Вот. А, вот он только сейчас появился. Ну-ка. Да ёлки-палки, это что такое? Пристник Леона. Это тоже лагерь. Место хорошо охраняется. Ой, филаки еще близко до кучи. Филаки, конечно, ребята, опасные. Ну что здесь, сокровища? Командир крепости, что еще? Да, одно сокровище, один командир. Так, ладно. Сейчас все тихо, осторожно сделается. Ох, он не погиб. Выжил. Теперь умри. Умри. Ох ты. Да ты, сволочь, отстань от меня. Прощайся с жизнью. Вот так, отлично. Отлично. Так, и осталось еще одно сокровище. Хорошо. Ловко байк разобрался с ними. Не получится с первого раза. Крепкий этот гаденыш-то. Удалось спрятаться. Вы увидели огонь. Чем помочь? О, огонь сигнальный зажгли, а? Поймаю! Опа, там кто, филак пришел, что ли, да, 35 уровень. Наверное, лучше отсюда свалить. Да, филак. Ну-ка, давай! Как ты? Ох, нифига себе! Награду! Да что ты? Нифига он где-то делает эту фигню. У тебя в роду. О-о-о!
Байк тупой. То в палатку, то в бревно. Ладно, короче. Все, область зачищена это. Берем нашего верного коня. Сивку-бурку и погнали отсюда. Нам надо командира Бубастиса. Вот так надо правей. Да, гарнизон не слабый тут. Ох ты, чё у них там? Горны, голоса. Кто-то еще напал на форт. Кажется, весь Фаюм пошел против командира. Нормально, здесь вторжение. Мятежники пошли, вот так вот. Надо срочно им помочь, вперед. Так, хорошо. Давай, бежим дальше. Где этот командир? Сейчас мы с мятежничками. А он сам ко мне бежит, да? Воу! Это как я в такую эту дырку попал? Давай наверх, байк, скорее, там наши люди. Че это, горю? Ой, тут как много-то, нифига себе. Давай. Еще сигнальный огонь зажгли, зашибись. О, и поджигают? Не, байк, так не пойдет. Нам с тобой надо, дружище, это. Режим стелс там туда-сюда и так далее. Так не пойдет. Это как-то слишком опрометчиво было. Да. О, нифига себе, там капитан-то какой крутой. Займись лучше вскармливанием крокодилов. Да ёп. Да, байк, ну-ка. Так, ну-ка. Вот так. Сейчас ты умрешь. Скотина, а? Ты смотри-ка. Куда дальше-то пойдешь, а? На, получай, блин. Офигеть, тут что творится? Вот это зам... это что? Да ничего, дурели что ли совсем? Еще, блин, ягуар прибежал на меня, офигеть можно. Я вообще в шоке просто. Я просто в шоке, это что тут началось? Филак, сигнальный огонь, капитан, да тут вообще жесть, что творится, вот эта миссия.
Вот это миссия! По-серьезному тут задание, конечно. Вообще не шутки. Готов? А-ха-ха, отлично. Фух, вообще ловко вышло. Так, цели, да, два, тут два капитана получается, и вон там еще цель. Короче, тут вообще, тут и ров целый, офигеть. Нет, с этой стороны я точно не пойду, они меня там ждут. Да, нехилый замес тут. Как я еще выжил, блин? Увидят, сразу накинутся. Увидят, сразу накинутся, это точно. Так, здесь, кстати, еще есть сокровища. Целых 4 штуки. Сигнальный костер горит, Филак пришел. Подземные входы, нифига себе. И там, и там. Так, два сокровища мне показывают здесь, да, в этой части. Кто подал сигнал? У вас все в порядке? Да, нехилый замес тут действительно начался. Убить капитана, убить командира. Это испытание для байка. Ну давай, ассасин. Покажем, что мы можем. Они все в той части, а? Ты смотри на них. Так, я вот там вижу. Балкон открытый. Ну зачем ты это делаешь? Не-не-не-не, просто наверх, просто наверх. Увидел он меня, да, гаденыш? Надо быть начеку. И чё? Сколько он стоять собирается? Пока в засаде. Показалось. Смотри в оба. Да, смотрю в оба. Не хочет отходить. Не хочет отходить, и все тут. Ох, их тут еще сколько. Сразу что-то мне их сену не наметило. Да, тут повсюду одни, блин, капитаны, командиры и прочие гладиаторы. Что за... Ага,
Какой-то тайный вход. Так, хорошо. Я рядом, не бойся. Че, они здесь друг другу страхуют, получается, да? Вообще отлично. Графит. Друг, держи свой меч наготове. Друг. Прощайся с жизнью. Давай, давай, давай. Решай его. О, ты умрёшь. Давай, давай, убегаем, убегаем, убегаем. Тут не пойдет так. Тут так не пойдет нахрапом действовать. Готов? Да. Сокровища, получается, все здесь, в этом здании. А вон, кстати, еще один идет к нам. Так, хорошо, готов. Это форт, вот тут у меня замес выходит. Может, я спять, но кто-то приближается. Да ладно, серьезно. То есть такое может быть. Погоди! Бежать некуда! Воу! Во имя Сераписа, стой! Не убежишь! Потерял он меня, да? Куда дальше побежал? Доложи. Так. Вот он, этот гаденыш. Эй! Я тебя раздавлю. Все, готов. Оп-оп-оп. Нет, это лучше через верх. Вот они. Так, а где еще одно сокровище? Кстати, у меня нормальное снаряжение, я так понял, появилось. Да, вот потерянный гиксокский меч. Качество 71 на 3, он лучше. А тут у нас... серповидный топор. Щит. Гаплон тоже помощней.
Так, лук, понятно. Не, луки, все то же самое. Да. По лукам все то же самое. А где вот еще одно сокровище, мне интересно? А, вон оно, кстати. Неподалеку от Филака. Под землей, что ли, получается? Наверное, да. Так, как бы сейчас вот тут мастерски разобраться с ними. Здесь что-то не то. Оружие не убирать. Но где? О, хорошо получилось. И второго сейчас так же, ну-ка. Тебе жить надоело? На корм червям! Его что, просто так нельзя, что ли? Ага, огненные бомбы шмаляют. Ха-ха, тоже огненными бомбами пользуется, вот гаденыш. И ушел. Наверх тебе пошел. Тебе не скрыться от меня, тварь. Фига себе, какой он сложный, блин, капитан. Тебе не скрыться от меня, тварь. Что ты? Знай свое место. Умри, умри! Ай-яй-яй! Да елки-палки! Офигеть! Вот это, блин! Это вообще что за терминатор, а? Ну-ка давай. Блин. Офигеть вообще просто, это что такое? Что надо приготовить? Ты наверх-то будешь лезть или чё? Подожди. Это розыгрыш? Время вышло. Ох, нифига себе! Эй, эй, эй! Воу-воу-воу-воу! Офигеть! Гребаный этот патруль, блин, он откуда взялся-то? Фух, офигеть, вот это замес вообще лютый просто. И чё, опять всё то же самое, но не?
Я, конечно, в шоке просто. Офигеть можно. У меня типа чё, клинок что ли слабый, да, как бы? Скрытый. Опять все то же самое, а? Фух. Вот так задание. Задание очень жесткое. Стража держит ухо. Горный. Голоса. Кто-то еще напал на форт. А, кажется, ну... весь Фаюм пошел против командира. Понятно. Вот оно, то есть как бы это вторжение, да? Которое, видим, быстро задыхается. Пошел за место, тут все бьются. Ну и... А чё земля трясется? А вот сокровище. Так, все, нужно. Че, они все, все в одном месте теперь? Мне кажется, что что-то есть. Бежит костер зажигать. Готов. Поджег. Сволочь. Погоди. Во имя Серафиса, стой! Не убежи! Ага! Там! Готовы! Добежали? Мешканы. Короче, я буду так действовать тут. Тут вариантов нету, просто иначе. Никого. Пока лучше глядеть в оба. Гляди, гляди. Чего? Вот так вот. Нагляделся. Так. Ага, они как раз там вместе, все капитаны. Понятно. Да, они отдельно держаться не будут. Быстро, конечно, у них мятеж. Не мятеж, а восстание затухло. Какое восстание? Штурм?
Мятежники решили проштурмовать, да не тут-то было. Ну тут, конечно, сложно, они там все вместе встали. И еще такие сякие. Так. Ну-ка, пускай они потихоньку рассасываются в разные стороны. Не поворачивается туда на них. Хотел расстрелять, блин, из баллисты. И получается, надо с другой стороны их обходить. Прям факт. Стороны, чтобы нас никто не видел. Прикол. Вот так вот. Отлично. Здравствуйте. Давай прикол, а. А, его надо близко подойти, ну понятно. Готов, а? Вот это классная штука, блин. Так, качок вышел за ворота, вот его бы сейчас расстрелять из этого. Из баллисты настенной. Давай, давай, залази сюда скорее, красава. Так, здравствуйте. Конец его злодеяния. Найду хоть и фреза. А, это что, это был тот самый командир Бубастис, что ли? А где эти капитаны все, я не понял. Это куда-то пошел. Нифига себе. Не понял. Так, так. Фух. Кстати, вон едут с ресурсами. Странно, написано, ликвидируйте еще двух капитанов. А где они? Их Сену совершенно не видит. Очень странно. В принципе, я уже могу к Хатифресу идти. Ну ладно. Раз здесь неподалеку. Сейчас с ним знаки вопроса какие-то. Так, как нам этого приманить? Прятался. Ай, нет, не дает.
Идет ты, смотри-ка. Пошел, пошел. Это что? Сейчас у меня кончатся эти стрелочки. Ну иди сюда, выходи оттуда. Не, не хочет. Фресс на высоте стоит. Идет. Офигеть. Да, это был один из капитанов, кстати. А где второй такой же? Странно, его нет. Что, где-то дальше? Должен же быть. А-а-а, вон он где ходит. На другой стороне. Это все одна большая база. Так скажем. Так, ладно, пока Хатифрес тут недалеко, схожу-ка я к нему. Ох ты, нифига себе, вот это лук, хищник. А, кстати, надо пойти посмотреть у этого командира, что есть-то. Такой вообще огромный был. Да, всего лишь обычный хапеш. Так, это у нас... Вот он, лук Аменхотепа. Урон от скрытого удара, комбо-множитель исцеления при убийстве. Ого. По-серьезному. Опа, это что такое? Закрытая область, что ли, или что это? Или у меня это? Странно, какие-то артефакты, что ли, пошли. Вот и все. Прекрасно. Крестьяне вышли на улицы и отвлекли солдат. Как бесстрашно. Мятежники тоже помогли. Безумный сиванец. Вот как они тебя зовут. Теперь поля под защитой. Ты воодушевил людей. Люди не позволят новому крокодилу занять Фаюм. Теперь они свободны. И это хорошо. Это точно. Хатифрес, вспомни, что значит твое имя. И что значит быть мужем? Знаешь, Шадзи, ты понравился сразу. Здесь тебе всегда рады. Баек из Сивы. Ну, спасибо вам, ребята. Да, вот это сложность была. Кукла Шади, предмет для задания. И что мне с ней делать? Так, ладно. Смотрим, что у нас тут. Хау Херис. Опа, пирамидка. Быстрое перемещение недоступно. Так, давайте посмотрим задание. Дополнительные пока не могу взять.
Дополнительное задание 35. Байк узнает, что в Сиве вновь угрожает опасность, жажда славы. Феликс, острый на язык владельца арены Крокодилополис, предлагает подыскать Байку новых противников. Он также советует ему посетить арену в Кирене. Путь Габинианца. Байк сообщает Клеопатре, что охота закончена, однако он намеревается продолжить поиски настоящего убийцы своего сына. Ну давайте, я думаю, надо по... сейчас по основному заданию. 7000. 7000 метров. Так, ну раз я рядышком с этой базой, надо второго капитана-то ликвидировать тоже. Лучше не привлекать внимание. Да, сокровища я собрал от капитанов. А капитан один остался. И где он, кстати? Там же где-то ходит, тут. Ага, вон он. Стоит на бережку себе. Сто семьдесят три. Еще и мирным жителям я могу помочь. Да, это база, конечно, что-то с чем-то. Сложностей много на ней было. Куда идет наверх? Не дойдет он уже. Сегодня не его день. Вон там неподалеку ходит, да? Стоп, а где эти мирные жители сидят, не понял? А, внизу в подвале получается, наверное, да? Сейчас это не нужно. Выпустил мирных жителей. Опа. Мои последние слова, любимая. Это мое последнее письмо к тебе. Я умираю, больше уже не покину эту клетку. Все понятно. Ну, короче, там ничего важного. Там просто была записка. Он думал, что не спасется. Но Байк его спас. Добрый Миджай. Нас не должны застать врасплох. Капитан близок. Здесь ничего нет. Капитан близок. Удалось это все втихушь сделать. Думаешь удрать? Дерьмо. Ой, кто-то меня еще увидел. Вижу. А, готов, блин. Буду стрелять. Кто? Где? Беги. Где? Стреляю! Все. Пока. Тебе конец. Не до ваших мне. А, еще филаки тут близко оказались.
всех, кого я отпустил, вот они лежат. Да, и смысл был в этом спасении. Очень по-идиотски они убежали. Забрал его. И понес. Не удалось водиться-то ему и спить. А вот и капитан. Все. Отлично. Можем теперь покинуть эту область. Интересно, мне придется сюда возвращаться еще? Нет, в эти края. Да, наверное, придется, потому что учитывая, что здесь есть точки неоткрытые, пирамиды там и так далее. Так, где Клеопатра-то? О, Герклеон. Тут у меня не открыто. И здесь не открыто. Офигеть. А тут вот открыто. Сюда переместимся. И вот, 1300 метров осталось до Клеопатры. Ох, какая тут красотища. Поля зеленые, свежее солнце. Очень красивый Египет. В этой игре. Так, поговори с Клеопатрой в Гераклеоне. А это что такое? Вообще-то лагерь. Я не смогу его пройти. Напрямую. О, она как далеко. Придется сейчас. Стой! Стоять! Да. Офигеть. Но! Так, короче, мне нужна лодка. Тут сеть. Рыбу ловит, а вот и лодка. Так, давай, байк, разворачиваемся. Лодка, груженная всякими фруктами. Вкуснейшими. Тут сразу знак вопроса по пути. Ага, сокровища. Сейчас нам сену покажут, где что. Есть крокодилы. Ном Гераклеон. Ну и что делать теперь? Нифига себе, они лодку бьют. Нифига себе. Готов. Вот это да, вообще просто. Еще один готов. Офигеть, аллигатор, они меня лодку разбомбили. И они, оказывается, ее не просто так бьют, они ее, блин, ломают. Офигеть, вот это сволочи, а. А где сокровище тут где-то было? Вот оно. И где? Вот это что ли? Нет. А, вот.
еще один лук. Легкий. Пошли скорей. На всплыв. Большая здесь глубина. Эй-эй-эй-эй! Лодочник! Извини. Извини, лодка нужна. Так, корабль пустой, на нем ничего нету, да? Где Клеопатра? Вот она. Так, блин, надо мимо-мимо, сквозь острова плыть. А, это просто... Ой, блин, мужик спрыгнул. Не-не-не, не то. Бери руль. О, какая тут зеленая вода болотная. Вот тут, походу, всякой... Всяких аллигаторов-то тут. Просто валом, они любят такую воду. Их тут не видно, охотятся им хорошо. И... А! Тоже сокровище! Эй, стоп! Осторожней! Да не-не-не! Убрал оружие! Достань топор, блин! Давай, иди сюда. Просто разбойники засели в пещерах. За спину зашел и проатаковал. Вот так, вот так. Ну, молодец, ну, наконец-то, блин. Все, все готовы. Где сокровище-то? Где-то вот здесь. Вода грязная. Ой, тут... Есть куда нырнуть. Да, действительно. Скорее надо всплывать. В этой мути ловить больше нечего. Да, так, хорошо. Еще какой-то знак вопрос. Еще тут одна одни болота. Гераклеон открыт. Фу, грязище. Разлив Нила. Дом Нехи. Ага. Дом Нехи кто-то оккупировал. Ой, тут разные, он варится, что-то не варится, или что-то такое. Краски, специи, что ли, да, что там? Может быть. Надо действовать аккуратно. Очень аккуратно здесь надо действовать. Вот так. Эй!
Че, он меня не видит? Даже не знаю, что. А вот этот гаденыш увидит. Или запах. Что ты? Да. Давай, 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 давай. Получай. А че он в этом не ударил? Серию ударов не сделал. Не знаю, что-то не сделал. Так, где сокровище-то? И все, всего лишь навсего лук. Ух ты, 200 золотых. Неплохо. А, вот здесь, кстати, портные, шмортные. Быстрое перемещение. Все, открыто. Портных, что там есть интересного? Материалы, сырье. Три портных. Здравствуй. Здравствуй. Шкура. Надо все три шкур купить. Хороший выбор. И хотят. Ладно. Легендарный костюм одежды северянина. Главарь мародеров, защитник. Мародер из Гелиополя. Что за защитник такой? Ви продать все бесполезные предметы. Вот так. Не, материалы я, конечно же, продавать не буду. Одежда южанина, воин Масаи, народ вы. Ага, у меня нет одежды северянина, да? Ладно, потом как-нибудь. Тебе тоже удачи. Кстати, я могу изготовить уже. Вот. Увеличивает урон в ближнем бою. Ох ты, какой стал наруч. Прочный, кожаный. Так, тут все без изменений. А, мне скорострельный лук достался хороший, да, ну понятно. Так, что там у другого портного? Да, наверное, все то же самое. Что ты ищешь? Шкурой. Одежда северянин, персидский страж, египетский Иртию. Мародер из Гелиополя. Ничего интересного. Так, ладно, все, тут знак вопроса. Посмотрим, что там такое. И потом к Клеопатре, я думаю, что может быть серию заканчивать уже. События поблизости. А где она? А, вот. Нет. Все. Есть. А тут что, просто свиток, да? Причем он недалеко.
Это и был тот самый знак вопроса. Папирус. В номе Гераклеон к востоку от храма Фонса находится деревня, где больше воды, чем суши. Я сижу под деревом с двумя домами, один из которых стоит с непокрытой головой, а второй с мокрыми ногами. Куклы сделаны фаимским доносчиком Байк Тефресом для своей дочери Шадьи. И чё? В номе Герклён к востоку от храма Хонсу находится деревня, где больше воды, чем суши. Я сижу под деревом с двумя домами, один из которых стоит с непокрытой головой, а второй с мокрыми ногами. Ну понятно, короче. Храм Хонсу. Вот тут вот, наверное, где-то. Получается, есть этот дом. И с этой загадкой. Так, ну ладно, сейчас пока к Клеопатре. Уже близко. Да нет, до нее еще плыть надо. Да это что такое, а? Она забралась, блин. Придется вплавь. Ёлки, ты куда ты заворачиваешь-то на меня? Ну давай, 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 давай. Так, там какое-то у нас задание есть дополнительное. Работают люди. Ну что ж, Клеопатра ждет меня. А, кто вернулся? Байек из Сивы. Рад видеть тебя в Гераклеоне. Здесь есть вино, женщины и все, что Меджай желает. Выбирай. За царицу. Байек, ты выбрал удачное время. Клеопатра, я все еще ищу убийцу сына. С орденом покончено. Но кому из нас это нужно? Есть еще два имени. Орден не может. А сколько имен после этого? Столько, сколько понадобится. Я хочу одного, помочь сыну предстать перед Анубисом. Я не... Ты мне нравишься. Но меня, в отличие от Айи, ваши дела не волнуют. Так что для тебя этот знак? Ты что, забыл? Для тебя он важнее, чем для меня. Наш враг не один человек. Ничто не закончилось. А я поняла, что теперь все изменилось. Я твой правитель, а ты Меджай всего Египта. Идем, у нас есть дар. Так, ну-ка, что тут у нас? Раз мы о Меджаях, как там Айя? Айя все еще защищает нас. Помпей и его флот должны прибыть со дня на день. Мы объединимся против Ордена, и все изменится. На своем пути я видел много ужасного. Наша страна страдает. Нельзя дать Ордену вновь обрести силу.
Да, Байк. Вот два новых имени. Шакал и Скорпион. Они приближенные моего брата. Ага. Мы думаем, это они устроили покушение на мою жизнь. На твою жизнь? Филаки твоего брата? Сложно сказать. Габинианец. Один из воинов Септимия. В его армии 2000 бойцов. Я надеялась на союз. С Септимием? Римлянин? Он ведет их? Да. Он полагает себя истинным египтянином и при этом посылает ко мне убийц. Это не в египетских обычаях. Айя думает, он работает на орден. У него здесь есть доверенный, охотник. Возможно, это он стоит за смертью моего сына. Проклятье! Убейте меня, наконец, трусы! Вот твой дар. Он из ордена древних, как Септимий. Рыскал вокруг виллы. Возможно, он даст тебе ответ. Твоего сына убил мой брат, но мне-то плевать! Тебе плевать, а мне нет! Какой гаденыш. Я был с близняшками, охотник! Доволен? Я постараюсь узнать что-нибудь еще. А ты пока наведайся в бордель. Да. Переверни этот город Диониса и узнай все о заговоре. Септимий в городе. Его главного филака зовут Охотник. Люди говорят, его видели у борделя. Я очищу город. Он под моей защитой. Я хочу назвать этот храм в свою честь. В городе безопасно? Я немного отвлекся. Здесь очень красиво. Да. Ну что ж, друзья, приключения продолжаются. Новые цели, новые задачи. Сюжет движется дальше и начинает раскрываться. Всем спасибо за просмотр. До новых видео. Поставьте лайк, напишите ваш комментарий. И пока-пока.